В селе Вознесеновка за счет средств федеральной программы благоустраивают мемориал «Вечный огонь». В рамках проводимых работ будет отреставрирована стела, а также прилегающая территория. Для каждого жителя это место святое. Именно здесь находится братская могила с 32 бойцами, которые ценой своей жизни не дали пройти врагу. В село Вознесеновка освобождали войска Красной Армии. У нас в данном комплексе располагается братская могила, похоронены 32 воина. И были получены средства, выделенные федеральным бюджетом на реконструкцию и увековечивание памяти. Как вы видите, сейчас комплекс достраивается. Сохранен исторический вид, добавлено несколько дизайнерских решений для визуализации подвигов наших воинов. Вот, все это подсвечивается. На данный момент оборудуется стела, которая будет увенчана звездой, которая также будет светиться.